Изобретатель ловушек действительно гений, потому что это причиняет невообразимые страдания американским солдатам. Например, вьетнамцы изобрели педальную ловушку, которая была специально разработана для борьбы с американскими стальными ботинками. Когда они попадают в ловушку, десятки бамбуковых палок втыкаются им прямо в икры, причиняя мучительную боль. Но что еще хуже, это консервированные мины ловушки. Положите две гранаты в пустую банку. Середина гранаты натягивается сопутствующим проводом. Если американский солдат, проходя мимо, коснется растяжки, ловушка сработает напрямую. Но самое коварное – арбалетная ловушка. Если американский солдат коснется проволоки, механизм блокировки, соединяющий растяжку, мгновенно разблокируется. Ядовитая стрела, испачканная фекалиями, была выпущена прямо в американского солдата. Даже если придет бомб, он не сможет его спасти. Есть еще более ужасающие ловушки из бамбуковых плотов. Если в это время кто-то пройдет мимо этого места, тогда падающие с неба бамбуковые плоты случайным образом выберут нескольких счастливчиков. Это смотря кому повезет. Даже если это ядовитая змея, вьетнамцы никогда ее не отпустят. Этих ядовитых змей они бросали в вырытые ловушки. Солдаты, которые упадут, получат большой сюрприз. Ядовитые змеи очень возбуждаются, увидев добычу. Когда товарищи по команде выше увидели такую ловушку, им всем она не понравилась. Кто осмелится пойти на помощь?